Здоровье? В норме. Возраст 26. Образование? Учился. Всему понемногу. Что тебя особенно возмущает в Америке? Надо очистить этот город. Оружие высшего класса. А сколько за все? Чего это тебя потянуло в такси, Бикл? Бессонница. Он похож на сточную канаву. Столько здесь всякой мрази и мерзости. Это трудно вынести. Новый президент должен навести здесь порядок, понимаете? Иногда я задыхаюсь от вони. Голова просто раскалывается. И ничего не меняется. Все достало, да? Да. Хочется выйти на улицу и сделать что-то... Что-то такое, чтобы... Другого выхода нет. Придется убить. Что ты на это скажешь?